Молодежный форум «Время новых» проводился в Анапе впервые. В течение 3 дней активисты средних и высших учебных заведений решали, как сделать студенческую жизнь ярче, разнообразнее и полезнее для города-курорта. Помощь в организации форума оказали мэрия и совет депутатов. На открытии помню то, что я сказал, то, что мы с Алексеем Александровичем открывали этот форум, что когда-нибудь, повторюсь, позволю себе такое повториться, когда-нибудь мы понимаем, что свои должности нам есть кому передать, есть кому передать в будущем наш замечательный город. С момента проведения форума прошло чуть больше месяца, но анапский опыт уже ставят в пример остальным муниципалитетам Кубани. Анапу отметили то, что мы первые провели такой форум, где собрали молодежь, где сделали такой акцент на грантовую политику, которую поддерживают сейчас и президент, и губернатор. И результатами нашего форума уже вышли сразу 7 грантов в разных форматах. Я, конечно же, рад, что такая молодежь у нас есть. Вот цели и задачи, которые были поставлены в этом форуме, мы достигли. Заявки на получение грантов касаются самых разных сфер. Кто-то предлагает глобальные идеи, например, по защите дельфинов, кто-то хочет создать банк данных методических работ, которые используют на практике студенты вуза. Суть этого проекта для будущих учителей, которые сейчас учатся в колледжах, техникумах, вузах. А мы предлагаем открытие площадки, которая в дальнейшем им поможет проводить качественные и эффективные занятия во внеурочной деятельности. Своему вузу помогаете, да. Расширяете материал, который попадает сюда в голову, да. Студентов, да. И уже готовы выходят. Да, спасибо, классно. Также среди первых итогов – реформа студенческих советов. Они должны стать настоящими мозговыми центрами учебных заведений. Как добиться результатов, придумывали как раз на форуме. Мы защищали наш студенческий совет и продвигали его в различных сферах. Мы сейчас активно занимаемся внедрением новых специальностей в наш студенческий совет и набором новых участников в этот студенческий совет для продвижения его в городе. По итогам форума в номинации «Лучшая командная работа» победил колледж сферы услуг в разделе «Проектная деятельность» сельскохозяйственный техникум, а вузом с лучшим студенческим советом признан филиал МПГУ. Все, что вы сейчас делаете, слышите, это все не напрасно. Капля в море, она помогает самому морю быть. Вода камень точит, курочка по зернышку каждый день говорит, я сколько хотите сейчас философствовать буду. Но вот все, что вы делаете не для кого-то. Это вы делаете не для нас, для себя, для своего будущего, чтобы у нас город был, он и так прекрасный, но чтобы он был еще и до конца безопасным. Развивался правильно. Поэтому вообще никогда не сомневайтесь, чем вы занимаетесь вот сейчас. По просьбам студентов на уровне мэрии и совета депутатов принято решение, что анапский форум «Время новых» станет ежегодным. Со временем он может приобрести как минимум краевой статус. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа регион.